Здравствуйте, вы позвонили в поликлинику номер 3. Что у вас случилось? Колл-центр 3-й поликлиники фиксирует рекордный пик. За день специалисты приняли свыше 3500 звонков, а посещаемость сайта выросла аж 8 раз. Скажите, пожалуйста, а как вы принимаете гликозид? Одну таблетку в день? Это ноу-хау в учреждении здравоохранения не первое. COVID-19 подстегнул спрос на услуги с пометкой «не выходя из дома». Почему бы и нет, когда обхват обслуживания аж 30 тысяч пациентов. Скажите, пожалуйста, могу ли я заказать выписку из медицинских документов для водительской комиссии? Подскажите адрес ваш. Онлайн-консультирование с каждым днем набирает небывалые обороты. Конечно, поставить диагноз удаленно не получится, однако решить вопрос с бумажной волокитой можно всего за 2 минуты. Чтобы написать или позвонить врачу, нужно знать номер своего участка. Список с номерами телефонов специалиста можно найти в регистратуре, на сайте поликлиники или в приложении «Любимый город». Для связи с участковым пациенты используют мессенджеры в части Viber и WhatsApp. Можно отправить смс, голосовое, пообщаться по видеосвязи. У каждого врача свой планшет. В связи с эпид-ситуацией на всей нашей, скажем так, планете, это намного упростило контакт пациента и медицинского работника. Выезды врачей на дом никто не отменял. Для пациентов с недомоганиями отдельный вход. Речь о тех, у кого поднялась температура, участилось сердцебиение, появилась одышка. Таких больных медики встречают во всеоружии. Экипировка с головы до ног. Средства самозащиты – это то, что позволяет сохранить сегодня самый наш главный ресурс – это медицинские работники. Мы укомплектованы достаточно хорошо, люди обучены, они прекрасно знают, как ими пользоваться и как работать в условиях сегодня инфекции COVID-19. Минимизация контактов и дистанция также важны наряду с защитными масками и антисептиками. Если вопрос решается одним кликом или звонком, лучше и впрямь никуда не ходить. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.